О температуре и характере пламени при пожаре лучше всего расскажут стены, говорит известный ученый Николай Ильин. О том, как оценить ущерб, нанесенный зданию огнем, и решить, сносить или не сносить, он уже полвека рассказывает студентам технического университета. Значение имеет, правильно ли спроектировано здание. Если неправильно, оно, значит, развалится, все. А если правильно, то оно на 90% останется. Даже при взрыве, тоже при пожаре. Как преподаватель рассказывал студентам, как вести себя, чтобы не войти в большие расходы, потому что если разбирать, то это расходы большие, а если оставить, то надо знать, почему оставили. Потому что разбирать иногда сложнее и тяжелее, чем потом восстановить это. Медаль имени Альфреда Нобеля, серебряная медаль Вернадского, звание заслуженного деятеля науки и техники. Николай Ильин уже 30 лет изобретает новые методы, которые помогают решить судьбу зданий после пожаров и взрывов. Приборы, облегчающие работу пожарным. На счету ученого около сотни патентов. 5 лет назад Николай Алексеевич придумал способ, который помогает донести пожарный рукав до очага возгорания по узким лестницам. Я вот поставил этот ограничитель, который в нужной точке, если поставить, да, в двух точках по маршу, вот, то будет пожарный рукав идти не до конца идти, где будет застревать за углы этих ограждений, перил тормозиться, а он будет проходить только посредине. То есть пожарный может бежать, а рукав будет за ним идти без задержек. На встречу с ученым пришли студенты колледжей и вузов. Все они будущие инженеры и строители. Мне как бы это близкая тема, потому что я учусь на крановщика и буду тоже собирать всякие большие конструкции, дома и так далее. Моя задача в том, чтобы построить дом, чтобы он держался долгие годы. Ученый делится, ни одно его изобретение не было создано просто так. Каждая разработка – необходимость и требование времени. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События».